Перед просмотром данного ролика хочу посоветовать вам канал Dage Gaming. Канал был открыт недавно, но на нем уже 102 подписчика. И автор этого канала снимает видео про Minecraft Pocket Edition, такие как обзор модов, обзор текстур паков, обзор шейдеров, делает разные интро и обзор карт, друзья. Также он снимает и антикрифер, но это бывает редко, но все же он делает такие видюхи. Очень классные видюхи, ставьте ему, конечно, лайки, ну и, конечно, подписывайтесь на его канал. Ну, а как вы знаете, ссылка на канал и на канал будет в описании. Всем привет, с вами SteelPro, и сегодня я покажу вам Idlecraft мод для Minecraft Pocket Edition. После установки этого мода в вашем крафте появляется очень много разных вещей, которые отличаются от себя по своим свойствам. Ну, давайте, наверное, начнем с предметов. Во-первых, мод добавляет такую бутылочку, водяную бутылочку, которую вы сможете пить в режиме выживания. Потом мод добавляет грави-пушку, наверное, все знают грави-пушку. Она нужна для перетаскивания моба, но, к сожалению, здесь мы не сможем отталкивать нашего моба, друзья. К примеру, сейчас житель у нас будет просто падать. Есть житпак, который при использовании сразу у нас начинает летать. Девать его не надо, друзья, его нужно брать просто в руки. Также есть автомат, который сразу почему-то автоматически начинает стрелять. Ну, это не совсем проработанный мод, но все же очень классный мод. Также, к примеру, если заспавнили очень много зомби или жителей, и хотите их заморозить, то с помощью стуки у вас все получится. И вы видите, они застряли, и теперь вы их сможете спокойно убить. Или если на вас напали толпа зомби, вы сможете заморозить, после чего спокойно убить, друзья. Очень классные и полезные штучки добавляет этот мод. Житель маленький, умирай давай. Ну и теперь давайте перейдем к большим ништякам. Во-первых, мод добавляет лаки-блок. Вот такой лака-блок, друзья. И при открытии из него выпадают довольно классные вещи. Но при каком-то шансе он может вас, конечно, и убить. А может быть и просто поранить. Ну, дальше такая клетка хомяка. Но, к сожалению, хомячка в нем не будет, друзья. В нем есть полушка и вот такая сидушка маленькая. А самое клевое — это вот такой поезд, который везет алмазы и золото, друзья. Но если вы подойдете сзади, то вы сможете зайти в его вагон. И вот так здесь просто посидеть. Это очень классный мод, как видите. Ну и напоследок, наверное, давайте откроем в наш лакоблок, друзья. Ну что ж. Ух ты, заспавнилась целая орда зомби. Ну, это довольно неплохой лут, потому что если мы убьем вот этого золотого зомби, то с него выпадет полный комплект брони, которого мы сможем вскоре одеть, друзья. Это очень классный мод, который добавляет очень много разных ништяков. Да. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.